что такой грязный? Ты посмотри, вот. Через кошелек проехал. Вот эталон чистоты и порядочности квадроциклиста. Вот он. А сам ты че? Здорово, Серега. Здравствуйте, товарищи квадроциклисты! Так, пленка есть, где расширитель? Не нужны расширители. Понятно. Что, заправлены? Да. Здорово. Мы сейчас вчера заправили. Здорово. Как? Ничего, вроде как. Здорово. Тоже не часто. Видимся. Привет. Диван. Руки замерзли? Да. Здорово. Я что-то подъехал, начал снимать, смотри, все перчатки. Ну ладно. Привет. Все, как дела? Да ничего, потихоньку. Зарядил все камеры. Ну вот сегодня у нас выезд за Волгу, в Луку. Сейчас ждем парома. Вон, кстати, он уже на подходе вдалеке, там за деревом видно по Волге, катит. Ну и здесь у нас довольно-таки большое количество квадроциклов. И это еще не все. Мы сейчас проезжали, обгоняли, там еще 5 квадроциклов на заправке. Так что народу сегодня действительно много. Народ соскучился по покатушкам, соскучился по дальним выездам. Санек, это самый соскучившийся, он даже обновил свой внешний вид, вернее, свой внешний вид он тоже обновил, ну и квадр тоже. У него новая пленочка. Расширители поставил. Нормальные такие, миллиметров, наверное, 15-20. Лишнее скопление грязи на расширителе. Да, он говорит, просто грязь до шлема не долетает с расширителями, а я, говорит, так не люблю. Вот плывет наш Титаник. Сейчас он причалит, выгрузит автомобиль, который с той стороны прибыли. Все, и мы грузимся. Серега, грузится куда-то уже, смотри, стоит на берегу, я уже гружусь. Меня злодей снимает. Морально, если только грузится. Мы грузимся. Так, ну и с сегодняшнего дня озвучка на нашем канале от Михаила. Да-да-да. Главный комментатор. Устанавливаемся поплотней, грузимся на паром. Ну вот и погрузились мы на паром. В итоге у нас 22 квадроцикла. Вместе с багги, если считать. И все, и двигаемся на ту сторону. Уже идем по Волге. Довольно-таки прохладно. Ветер, волна. Но мы, соответственно, одеты. Готовы к выезду. С нами сегодня даже есть маленькие квадроциклисты. Самые главные. Семейный выезд. И это очень даже хорошо. Так что мчим,
Надеемся на грязь, надеемся на колеи. Колек, готов? Да, всегда готов. Всегда готов. Как ощущение того, что мы вышли в открытые, водное пространство? Отлично. Путешествие началось. Да, хочется верить, что путешествие все-таки к грязи и воде. Да. А не к какому-нибудь сушняку. Мы очень соскучились. Да. Ну что, к покорению внедорожья готовы? Да. Готов? Всегда готов. Главный покоритель готов? Молодец, готов? Да! Молодец! Ну и вот причалили мы к берегу, к которому стремились. Сейчас будем разгружаться. Обик. Наш, наверное, последний крайний пункт. Пока мы еще чистые. И сейчас в грязь. Сейчас поедем пачкаться, получать удовольствие внедорожное.
Ну вот и все, пообедали. И сейчас выдвигаемся в сторону самых колей, самой грязи, самой воды. Все это совсем близко. Сейчас прокатились, немножко грязи застали, совсем чуть-чуть. Но в основном такая легенькая, даже не то что грязь, грязичка. И сейчас мы как раз прям на грани того, чтобы доехать до настоящей грязюки. Ну и все, сейчас увидим. Завал. Давай, раз, два, три. Раз, два, три. Ну что там? Еще? Давайте еще. Раз, еще. Два, три. Преодоление бревна понападало. Легко. Все, надо поправлять.
Колё кричит. Коля, газу по поле. Давай, давай, разматывай. Красивейший народ, все такие нанырявшиеся, увидавшие, пощупавшие грязь, немножко что-то мы какие-то запачканные. Будем считать, что это пользительный загар. Продемонстрируйте, пожалуйста, ваш новый клаксон. Это опасно. Ну, я в сторонку отойду. Базисты отпрыгивают. Сейчас Мишку снесет. Зажигание включу только. Ага. Все. Ай, давай, ладно. Все, хватит, аккумулятор сейчас поставить. Доиграйтесь. Да Традиции заехали в пирожковню, живнули пирожков. Можно мчаться дальше. Сейчас заедем еще на разлив, выкосим траву. Санек помоет квадр свой, он уже помыл его. Нет, это нормально все, но, блин. Неразумно. Все. Сам цел? Сам цел, да. Ну все, нормально. Что, лебедям надо? Надо колесо приподнять чуть.
Стоп. Че без камеры падаешь? Ну блин, я давай еще раз, че? Давай, все, сейчас точно снимай. Все погнул. А как хуй его знает, что погнул, но что погнул? Ну нет, скорее всего, они просто вот так сместились, и руль поэтому. Ну может быть, чем. Рычаг! Слишком близко. Видишь расстояние вот это маленькое? Рычаг погнул. Да нормально, доеду нормально, а потом разберемся. А можно попробовать? Ну ладно, у тебя права же есть? Да. Ну давай. У меня почти вся категория. Понял, да, на нейтрал поставлю и погасу. Тормоза держи. Держу. Ох ты! Молодец! Какие огромные цветут, красавцы. О, какие-то колокольчики или что-то. Очень красивые.
приезжайте еще. Ну вот и закончена сегодняшняя покатушка. Время 11 часов вечера. Пробег за сегодняшний день 227 километров. Настал сезон длинных покатушек, больших расстояний. В отличие от зимы, их сейчас можно проезжать. Только единственное, уже много пыли. Прокатились по грязи, которую нашли. Ее было, конечно, не столько много, как мы рассчитывали. Нужно было ехать неделю назад. За эту последнюю неделю высохла большая часть. Те колеи, те большие, огромные лужи, которые обычно в этих местах бывают, куда сегодня ездили, они, к сожалению, уже высохли. Осталось совсем чуть-чуть. То есть еще пару-тройку дней, и там вообще делать нечего, если не начнутся дожди. В общем, отлично прошел день. Хорошо покатались. До новых встреч. До следующих покатушек.